Друзья, всем привет! На обзоре у нас Air Ganze AZ4 HTE с дюзой 1.5 Junior модель. Сейчас мы его попробуем на грунте мокрый по мокрому. Попробуем, конечно, на том, в чем он не должен быть. Это у меня сольвентная база, какой-то остаточек, серебро темное. И попробуем его на лаке. То есть посмотрим, что он вообще, на каких из этапах нормально работает. Дюзы к ним есть разные. Ну, прислали пока что это на пробу. Значит, в комплекте у нас пистолет. В комплекте у нас бачок. Бачок с четвертью оборота пробки. Довольно-таки удобный. Я доукомплектовываю все пистолеты, которые от меня уходят, вот такими штуками. Потому что обычно пистолеты идут без них. И все, больше у нас нет ничего. Инструкция, ну, то такое. Значит, из того, что мне, сразу говорю, не нравится, это когда голова делает вот так. Но это бюджетный ствол, как бы простительно. Хотя, я так, знаете, смотрел, там есть проточка под кольцо. Но почему-то самого кольца на них не ставят. Не знаю, на чем экономят. Бюза у нас под обычный ватовский ключ. Внутри ничего такого сверхвоенного. Я его откручивал, просто одной рукой неудобно разбирать. Раскручивал, посмотрел. Ну, ствол как ствол. Никаких заморочек. Сейчас мы его под... с кого-нибудь открутим манометр у меня. Под манометр. Бачок. Наливаем мокряк. Сначала пройдем мокряком деталь. Потом покрасим вот этим чем-то. И залачим, я скажу свое мнение об этом инструменте. Так, значит, тут мокряк у нас. Сейчас мы в полтора слоя деталь подзавалим. Давляк 1.8 поставим. Начнем с 1.8. Там будет видно. Во-первых, какой фак? Ну, такой, 20-22 сантиметра. До двойки подниму. Навалим в полтора, потому что ее порвет. Это тестовая деталь. Ну, как для дюзе 1.5, ее надо даже чуть прикрутить. Валит довольно-таки бодро. Фарка маловато, вот это да. Так, навалим мокро. Хватит, я думаю. Нормас по расходу. Я разводил, как обычно, под белку развожу. То есть по расходу довольно-таки еще и есть даже. Видно? Угу. Тут еще есть на полслоя накинуть. То есть по расходу норм, по разливу. Ну, этот автолевел сейчас натянется. Ну, разбивает нормально. Мне он больше интересен. Это HTE модель. То есть это для акриловых полиуретановых продуктов. Мне он больше интересен на базе, что он покажет на базе. Если он нормально сейчас положит это серебро, то, блин, за эти бабки какой-то для гаражников там универсальный более чем пойдет. Надо себе такой взять с дюзой 1.4 под мокрый по мокрому. И я думаю, с дюзой 1.8 под грунты эта модель вполне себе будет хороша. Так, тут просохло. Сейчас попробуем базу вот эту, темно-серебристую. Ну, 1.5, конечно, многовато для базы. Я что-то так думаю, что он не справится с этой задачей нормально. Давляк 1.8. Понеслась.
просушим. Должно хватить. Я сейчас не буду красить вверх особо, чтобы базы хватило нормально. Давайте макаренька сейчас нальем. Ему давление надо двоечку. Угу. Это значит, вот это вот пятнышки, что ну не то это пальто, то есть это не базовое. HTE это не базовый, то о чем я и думал. Он с ней не справляется. Я сейчас, конечно, эффект рассыплю. Не хватит. Эффект рассыплю, чтобы было красиво. Но надеяться, что HTE-шкой можно нормально и базу отвалить. Это вот как раз таки яркий пример, что ну не отвалит она. Пошли пятна, это сейчас надо сушить, пересыпать с большего расстояния, подсушивать, еще просыпать крест-накрест там во имя ствола и шланга и святого пыла, чтобы не было пятен и полос. Предназначен ствол по маркировке акрил-полиуретан. Не надо мучиться. Возьмите HVLP и будет все норм. Кстати, надо спросить, может у них HVLP есть в джуниоре. Просто цена на инструмент, почему он интересен? Цена на уровне Welcome Slim, как бы они там плюс-минус одинаково стоят. Но это под руководством Ивата сделано. Вот из-за этого он мне интересен. Попробуем, если у них есть HVLP-шка, она должна, по идее, быть чуть дороже, чем HTE. Как она себя покажет, но HVLP на базе себя показывает. Это для базовства. А это для грунтов и ватовства. На грунте было все нормально, на базе, пожалуйста, этот цвет сложный. По пятнам это вот оно. Сейчас что-то сделаем. Так, пыльцу сгоним. Накидаем эффекты, испортим цвет. Ну сейчас будет ровно, красиво, но все равно цвет не будет тем, который должен быть. Сушится, и самое важное, как он себя покажет на лаке. То, что на грунте мы его уже увидели, теперь посмотрим его на лаке. Ну на базе какой-нибудь солидный цвет, там чистый, да, можно. Эффект не топает. Так, полутораслойный лак. Давляк сразу двойку ставлю. Погнали. Раз. Разбивает. Это Вантикс УХСный, но без разбавителя. Я не знаю, надо в него разбавитель, не надо, но густоват. Даже густой лак расшибает хорошо. Пыльноват, пыльноват. Ну то,
Короче, ну, мое мнение по стволу. Грунты, лаки, да, только дюзы подбирать. На лак 1,5, в принципе, терпимо, но лучше 1,4, наверное. На грунт 1,7, 1,8 будет просто за глаза и за эти бабки ствол. Шикарный рабочий. На базу, ну, я разложил, конечно, базу, рассыпал им, и можно разложить, получается все. Но гарантия того, что цвет будет нужным, если мы стремимся к какой-то выкраске, она полностью отсутствует. Поэтому для базы его использовать эффектно я бы, ну, не советовал. Это мое такое имхо. Все.